Тренировку пожарной дружины сегодня провели в микрорайоне Ферсановка. Проверяли готовность оборудования к тушению пожаров. Источником для забора воды стал местный пруд. В начале лета Химспас провел очистку водоема. Убрали мусор, ряску, благоустроили территорию вокруг. Для того, чтобы лучше вода поступала через пожарную мотопомпу, для пожарных это самое главное. Если забирать воду пожарными автомобилями, чтобы и цистерна тоже не загрязнялась. Пожарная дружина – это добровольцы, прошедшие специальную подготовку. В случае пожара они часто прибывают на место вперед профессионалов и сдерживают огонь. У нас было возгорание года 4 назад на улице Громова, дом 36. И, к сожалению, этот дом стоял вблизи детского сада номер 23 «Чебурашка». Благодаря нашим ребятам, добровольцам пожарной охраны, значит, и их умению мы предотвратили. Пожарная дружина вооружена пожарными колонками, рукавами, мотопомпами. Добровольцы всегда на территории микрорайона и готовы экстренно выехать на тушение пожара.